Больше не нужно ездить в Москву или Европу за здоровьем. Ставропольские врачи поставят на ноги. Причем в буквальном смысле. Теперь на базе краевой больницы проводят комплексное лечение онкологических заболеваний костей и мягких тканей опорно-двигательного аппарата. Многие ставропольцы уже обращаются за помощью к нашим специалистам. С ними пообщалась Виктория Середа. Я все-таки решилась сюда. Честно, я не пожалела. Операция прошла довольно, ну, как я считаю, успешно. Тех болей, что у меня были до операции, их у меня уже нет. О невыносимой боли и бессонных ночах Асиль Дадаева теперь лишь только вспоминает. В прошлом году у девушки заболела рука. Сначала, рассказывает, не обращала внимания. А когда боль стала невыносимой, Асиль обратилась за помощью к ставропольским врачам. Обнаружили, что за болячка, поставили диагноз. Выбирала клинику, больницу, куда лечь. Ну, советовали и в Ростов, и еще куда-то. Но я все-таки решила здесь ближе. Я с Грачевского района, мне сюда ближе. И вообще врачей здесь очень хвалят. Все самое страшное позади. Сейчас Асиль идет на поправку и мечтает встретить Новый год дома в кругу близких. Ей предварительно ставили разные диагнозы, в том числе и злокачественного образования костей. Во время операции мы успешно прооперировали ее, и, в принципе, интероперационно удалось исключить диагноз злокачественного образования. И я думаю, что радикально все убрали. Я думаю, что у пациентки уже сейчас нет тех болей, нет тех беспокойств, которые ее тревожили. И надеюсь, что все должно быть хорошо. Такие серьезные операции и лечение онкологических заболеваний опорно-двигательного аппарата теперь проводят и у нас, на Ставрополье. Для этого у краевой больницы есть все необходимое современное оборудование. Многие пациенты уезжают из края лечиться в другие клиники, в соседние регионы, в Москву, в Санкт-Петербург, ввиду того, что полноценная помощь, то есть всего спектра помощи, который необходим при заболеваниях костей и суставов онкологического профиля, у нас не было. И сегодня мы готовы, в общем-то, в сотрудничестве с онкоцентром, готовы проводить всю необходимую хирургическую, оказывать всю необходимую хирургическую помощь на базе с краевой больницы в отделении ортопедии у нас. Специалисты больницы уже прошли подготовку в передовых центрах за рубежом. Виктория Середа, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.